Друзья, всем привет! Рада представить вам нашего нового партнера-работодателя, и это всемирно известный бренд Kinder. Он производит бисквитные пирожные, а также яйца Kinder Шоколад. Требуется упаковщик на фабрику Kinder. Принимают мужчин, женщин, а также семейные пары. Заработная плата в компании около 1000 евро. Однако можно повышать заработную плату, если вы выходите в нерабочие дни, в праздничные дни, а также если вы получаете премии за эффективность, выработку и так далее. Гарантируется официальное трудоустройство работодателям, а также гарантируется бесплатное жилье и довоз до предприятия. Что нужно делать? Работа физически несложная. Можно сейчас устроиться семейным парам. График работы с 9 до 19. Также можно оставаться до 21 часа на работе. Ночные смены редко, только когда очень много заказов. 5 дней в неделю нужно отработать обязательно. В субботу выход по желанию, и также он оплачивается в 2 раза выше, чем если вы выходите в обычные рабочие дни. Заранее нужно согласовывать выход свой на работу в субботу со старшим смены. Предоставляется бесплатное жилье. Это комфортное проживание в коттеджах, где есть кухня, прачечная, интернет. Все необходимое для удобного проживания. Для комфортного проживания. Семейные пары проживают в отдельных комнатах.